Национальный стиль в современном костюме. Такова тема 12-го по счету текстильного фестиваля «Плёс на Волге. Льняная палитра». Какие нововведения ждут гостей на грядущем празднике моды, журналистам рассказали его организаторы. Более 40 коллекций от дизайнеров со всей России и ближнего зарубежья зрители увидят на подиуме длиной 35 метров, расположившемся на Волжской набережной. Именитый кутюрье, а по совместительству президент фестиваля Вячеслав Зайцев, подготовил три авторские коллекции для вечернего показа. Мэтр впервые предстанет перед публикой и в необычном амплуа. Впервые выставка Вячеслава Михайловича Зайцева как художника. Я сама в прошлом музейщик, поэтому серьезно мы подошли к экспозиции. Она будет размещена в музее пейзажа. Организаторы уверяют, что коллекции, представленные на льняной палитре, не будут похожи на исторические костюмы, место которым лишь на подиуме. Перед модельерами была поставлена четкая цель – передать через одежду самобытный национальный колорит. При оценке работ эксперты будут учитывать то, как авторы вплетают элементы народного стиля в современную одежду. Мы понимаем, что сложная задача стоит, поэтому всегда проходят семинары. Вот уже второй год попытка на семинарах рассказать, что это такое, объяснить, что такое национальный стиль в современной одежде. То есть модельер не только приезжает с собственной наработкой, он смотрит, как другие справились, да, с этой задачей, и он обязательно смотрит и слушает специалиста, который уже понимает, что это должно быть. Отбор в этом году жесткий, а значит, любители моды увидят только самые лучшие коллекции от профессиональных дизайнеров. Организаторы ожидают более 5000 посетителей. Восхититься элегантными платьями и искусством костюма можно будет в ближайшие выходные с 14 по 16 июля в Плёсе. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.